Депутаты Тюменской городской думы приняли бюджет на 2020 и два последующих года. Его общая сумма больше 33 миллиардов рублей. Документ социально ориентированный, а главное, бездефицитный. Основные статьи расходов – образование и развитие комфортной городской среды. Подробности в материале моих коллег. Принятие бюджета на ближайшие три года определяющими стали тезисы послания губернатора Александра Мора. На что будет тратить Тюмень, народные избранники обсуждали несколько часов. Очень важно, что те приоритеты национального развития, на которые нас ориентирует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, те приоритеты, которые особо обозначил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Викторович Мор, полностью учтены в представленном проекте бюджета. Тюмень продолжит поддерживать статус города с самыми лучшими дорогами. На это выделили более 3 миллиардов рублей. А среди новых инициатив – увеличение финансирования на строительство и ремонт ливневой канализации. Бюджет по этой статье увеличился со 100 до 212 миллионов рублей. Среди других предложений – выделение дополнительных средств малоимущим и многодетным. В статье по помощи малоимущим заложено 17 миллионов, как и в прошлом году. И мы считаем, что данных денежных средств это недостаточно. Хотя бюджет очень большой, колоссальный такой, и планов очень много. И это мы не можем отрицать. В повестке 12 вопросов. Их рассматривали и с учетом пожеланий горожан. Свое мнение они высказывали на публичных слушаниях. Тогда на обсуждение главного финансового документа Тюмени пришло более 200 человек. В 20 муниципальных программах затронуты все сферы жизнедеятельности города Тюмени и горожан. Свои предложения в проект бюджета мы внесли. Еще в прошлом году на расходы города была заложена, казалось бы, рекордная сумма – более 26,5 миллиардов рублей. Теперь появилась возможность вкладывать в развитие Тюмени еще больше – 33 миллиарда. Цифра возросла прежде всего за счет налогов на доход, а также субсидий и дотаций из регионального бюджета. Большая часть расходов будет направлена на 20 муниципальных программ. Бюджет социально ориентирован, он сбалансирован. И как мы видим, что он кратно увеличился. Это радует. Это говорит о том, что благополучие в Тюмени есть, и экономика в Тюмени развивается. И это развитие продолжится. Главное, что бюджет на ближайшие три года будет бездефицитным. Иван Стрижов, Юлия Никифорова, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей.